Сын князя Василия I родился в 1415 году, являлся младшим ребенком в семье. Когда его отец умер, мальчику было всего 10 лет. Но уже тогда Василий II мог претендовать на русский престол. За время его княжения произошло укрепление власти, а роль Москвы как столицы государства стала ведущей. Также объединились остальные земли, признав Москву главной. При Василии Темном православная русская церковь стала независимой. Митрополита могли выбрать на собрании русских архиереев. Первые годы княжения выдались не совсем гладкими, ведь виды на трон имел дядя Василия Васильевича Юрий Дмитриевич. Это право он получил по завещанию Дмитрия Донского. Опекуном Василия II стал литовский князь, дед по материнской линии. Ему уже пришлось решать судьбу мальчика. Витовт имел свои виды на Русь, поэтому насильно заставил Юрия Дмитриевича отказаться от престола и заключить мирный договор с юным Василием Васильевичем.